Всем сказочного дня, меня зовут Настя. Сегодня у меня на мукбанг суши-роллы, щука, ну, понятно, соусы, чай. Значит, не новогодний, потому что новогодний будет, отдыхаем от новогоднего перед Новым годом. Ну, я хотела заказать суши-роллы на 2000. Но будем отмечать 1994 подписчика. Пусть будет так. Так, с чего начнем? Заказала я... Так, это не унаги, это терияки у меня. И арахисовая паста, которая... Да, арахисовая паста сразу. Сейчас все расскажу. Я полотенце не взяла. Я выгоню того, кто будет ворчать. Я играть с тобой не буду. Так, здесь чаёк. Заварился. Это у меня этот, ну, по классике уже, жасминовый. Ну вот пусти собаку. Что, мне её выгнать? Так, заказала я, как у нас называется доставка, Манхэттен? Угу. Это у меня вышло на 472 рубля. Ну, здесь шиитаке, овощи шиитаке, укроп. Здесь просто шиитаке, здесь иньянь. Не знаю, что здесь, не помню. Ну, то, что помню, авокадо, огурец, это помидор, болгарский перец. Не знала, что их будет по 6 штук. Думала, по 8 тоже. Понятия не имела. Не вижу, просто снимать меня или нет. Хотя я криво зеркало поставила. Ну вот это вот вяпканье теперь будет всю эту. Я ходила, она молчала. Стоило только сесть, но рот не закрывается. Купаться пойдем. Пошли купаться. Пеньку мыть. Блин, вкусно так. Не, мне походу сейчас придется остановить видео и выгнать ее. Так, я вернулась. Это заняло 3 секунды. Думала, будет хорошая девочка сидеть, смотреть. Ну, или играть в свой мяч. Ну, чтобы понимали, так весь день. Она ворчит. Что-то хотела сказать. А, помните, в прошлом видео я вам пожаловалась, что нет друзей мне, да? Ну, там про подруг рассказывала, что эти уехали там мои любимки, с которыми больше всего общалась. Что вы думаете? Одна приехала.
Звонила на неделе. Он говорит, я 2 часа назад приехала. Ну, мы еще не виделись. Потому что она пока там по родственникам, по родителям. Но договорились, что спишемся. На этой неделе нам удобнее будет просто. Рада ли я? Конечно, я рада. Вот так. А я ее не видела год. Да, почти ровно год прошел, как она уехала. Мы также примерно то ли до Нового года, то ли после виделись. Обожаю все, где есть грибы. Еще я хотела... Что я хотела? Ну, что я хотела? Просто... Елку сейчас будем ставить. Сейчас буду ставить. Вообще, наверное, всю неделю тут буду. Я в городе, здесь у родителей, потому что... Ну, куча просто дел, и я ничего не успеваю. Еще елку даже не поставила. Мама заболела еще. Поэтому как-то все на меня больше дел свалилось. Так. Ферфлер. Привет, Настя, пиши свой идеальный Новый год. Ой, да, да, в принципе, меня устраивает мой Новый год. Просто... Секунду. Я поняла, что я записывала без микрофона. Супер. Ну, потому что мы тут с сестрой пытались настроить камеру и выключили. Супер. Просто хорошее начало дня. В общем, что я там говорила? Ладно, извините, простите. Такое уж видео. Что, неужели вы совсем теперь не выкладываете из-за этого? Надеюсь, меня хоть чуть-чуть было слышно, что я говорю. Остро. Я бы просто бы после того, как с родителями, да, посидела бы, я бы еще бы куда-нибудь поехала на пару часиков с друзьями посидеть. Вот такой я представлю Новый год. Были как-то Новый год. Новый год у меня новые года. Праздники, в общем. Сначала я с парнем, с друзьями были такие, конечно, времена. Было прикольно, помню. Но, кстати, это не заслуга парня. А в том, что я очень... Ё-моё, аллергия. В том, что я очень... Хоть и скромный, застенчивый человек, но в компании-то я веселюсь. Знакомый. И я прям вот там люблю вот настолки играть с друзьями. Мне прям нравится. Мое.
Я бы такое хотела бы. А еще я с возрастом спать люблю. Поэтому, если честно, мне тяжело, например, всю ночь тусоваться, не спать. Я как-то люблю спать, люблю сон. И вообще, если мне на следующий день куда-то нужно, я предыдущий день не буду тусоваться, там, выпивать и так далее. Знаете, вот сочетание роллы и жасминового чая, это вот когда, как появились у нас роллы в городе, да? Ну, давно это было. Я еще в школе училась, да. И везде вот в этих барах, помимо роллов, появилось еще разные были чаи заваривали. Ну, не обязательно, да, жасмина там. Улуны всякие вот эти вот появились, были. И вот как-то было принято тогда, что ли, с чаем пить. Ну, есть пить. Есть роллы с чаем. И вот у меня вот как-то оттуда вот эта привычка пошла. И именно жасминовым. Вот такой комфорт-фуд. Флэшбэки сразу из подросткового возраста. Можно было чуть побольше. Юлия Трошкина. Как всегда все... Я вообще плохо вижу. Как всегда все супер. Настя, скажи, пожалуйста, больно ли прокалывать язык? Никак не решусь, но хотелось бы. Спасибо за ответ. А я не рассказывала, рассказывала. Я думаю, что все зависит от вашего болевого порога, как вы к боли относитесь. Супер. Вообще какие-то суши сделали. Плохо они. Я еще, видимо, первая у них в заказе была. Они мне их... Я позвонила, мне через полчаса привезли. Нет, она уже под дверьми стояла у меня. У нас. И какие-то кривые они. А, ну вот, все зависит от болевого порога. Я вообще более как бы терпима. Ну и мне делали с обезболиванием. Вообще не больно. Неприятно. Уколы делать, да, неприятно, но это тоже, что там, секундная боль. Я не знаю, может быть, кто-нибудь со мной поспорит, но если у кого-то есть и татуировки, и пирсинг, то мне кажется, пирсинг, даже если это в каком-то месте больно, это вот, ну, секундное мгновение. То есть раз и все. А если татуировку делать, ну это может быть и не настолько больно, насколько ты оно долго, не настолько острая боль, насколько долгая, потому что это несколько там 4 часа, да, там иногда больше, да, часов. Как будто тебе по одному и тому же больному месту вот скребут. Представьте, что у вас рана, больное место, оно у вас болит, и вам по нему шоркают, наждачка шоркают. Вот. И то ли вытерпеть секундную боль, там раз прокололи, все. То ли 4 часа. Хотя для меня я как бы и татуировки тоже было не больно. Ну, терпимо. Ну, мне нормально к боли. Больно потом еду есть, глотать. Неприятно. Ну, на ранку, представляете, еда попадает. Что сладкое, соленое там, еще что-то.
И когда ты, видимо, глотаешь, там как-то, ну, наверх натягивается или что там, я сейчас не могу набрать, но, в общем, когда глотаешь, получается, язык как-то натягивается, и вот больно. Ну, неприятно. Хочешь, но не решусь. Я из чего-то хочу. Ну, прям сильно. Если прям я уже настроилась, то мне не сдержит, что это, даже мне скажут, что это больно. Ну, а вам решать. Я что-то еще хотела сказать. Не хочу говорить больше. Что-то я сегодня соусов так мало взяла. Обычно я мало соусов ем. Почему вот я забыла микрофон включить? Было что-то срочное. Кто-то же писал ответь в следующем мукбанге. Я не могу найти этот вопрос. А вот, Алена Кузьмина. Привет, Настя, можешь следующее видео ответить? О, как тяжело читать, потому что неправильно все слова. Когда ты еще не была веганом, что ты любила из мясного кушать? Есть. Пожалуйста, есть. Так, когда я не была веганом, что я любила? Это было настолько давно, что я иногда вспоминаю тоже, задумываюсь. Что мне нравилось? А я не помню. Вообще не помню. Может быть, потому что у меня не было такого сильного пристрастия к мясным блюдам. Вообще вкусные роллы, но... Некрасивые какие-то. Знаете, я даже в столовке, в школьной, может, из-за того, что у меня денег было немного, мне давали. Ну, хотя, на что я тратил деньги? Давали же деньги. На сигареты, что ли? Может быть. Не помню. Но я помню, что когда мы ходили в столовке кушать. Любимое ваше слово. Есть, конечно же. То у меня было немного, еще раз повторюсь, немного денег. И мы, сколько там стоило? Например, лапша, по-моему, стоила рубль. И подлива, по-моему, стоила рубль. Но подлива, я имею в виду, там жарили же котлеты, там что-то, да, жарили. И вот подлива из-под нее, там прям много было, я помню. Подлива всегда оставалась. То рубль. И вот возьмешь, например, двойную порцию лапши, две подливы, вот тебе, пожалуйста, там выходило 4-5 рублей. Ну, я не помню точно цену, но я помню, что, по-моему, по рублю все стоило. Кайф. Потому что помню какие-то вот отбивные, какие-то вот такие мясные гуляши, там что-то еще было. Они стоили в районе типа 15-20 рублей. Мне кажется, так было. Ну что ж, все соуса закончились.
Бабушка, помню, делала этот, какую-то мне отбивную, перченую сильно. Не помню, не смогу, не вспомню, из какого мяса, я правда не помню. Но она прям такую ее сильно отбивала, и очень-очень много я просила, чтобы было прям перца, прям слой из перца, чтобы был. Тут я помню. Смешно. Честно сказать, не помню вообще таких пристрастий. Мама просто стандартно делала. Вот если у бабушки, я долго жила бабушки, до 17 лет жила. Там я сама себе готовила. Я больше любила грибы, салаты всякие делать. Может быть, гуляши делала какие-то, ну, что-то с подливами. Мне нравилось. Наверняка, мне так кажется. Ага, мама готовила, если то... Я все-таки любила блины ее есть. Она постоянно готовила. Ну, это была корона на ее блинчики. Все. Арахисовая паста вяжет. Маму, да, и курицу мама готовила, там, гуляш, какие-то тефтельки. Но все это такое диетическое, легенькое. Рыбу вообще терпеть не могла. Ни в каком виде, запах даже. Сейчас как-то еще к запаху более-менее. А, помню, в детстве вообще меня от запаха воротило. О, я все съела. Удивительно. Соусов было мало. Ну ладно, оно вкусно было. Значит, следующее видео, я надеюсь, что будет 1 числа. Надеюсь, я выживу. Просто обычно все-таки я болею 1 числа и валяюсь. Мы утром просыпаемся, чай пьем, и потом весь день валяемся, смотрим телек. В прошлом году мы все... Мы с отчимом смотрели «Ведьмака» первую часть. А уже же вышла вторая часть, второй сезон. И мы... И я говорю, да, давайте посмотрим «Ведьмака» второй сезон. А у меня мама не смотрела первый. И в итоге мы пересматривали все втроем первый сезон и второй. И мы вот так за несколько дней валялись, смотрели. Ну, может, за два дня даже. Не, за два. Мне кажется, мы первый день весь сезон посмотрели, второй сезон. Это было так приятно, потому что мы очень редко вместе время. Мы такие, у нас семья такая, что не празднуются вместе праздники никакие, ничего не отмечается, вместе застолье не завтракаем, застолье не застолье не проводим. Хотела придумать слово «застолье застоливаем». Поэтому это было очень прикольно. Несколько дней смотреть вместе «Ведьмака». Поэтому я надеюсь, что я раздуплюсь и сниму 1 числа мукбанг. Я много очень болтаю. Ну, кто досмотрел, тем огромная благодарность. Особые ценители. А про встречу с подружкой, возможно, я буду сейчас снимать видео, как я елку наряжаю, скорее всего. Сниму что-то, буду в Телеграм выкладывать. Может быть, встречу с подружкой как-то выложу в Телеграм. Ну, в общем... В Телеграме буду. И, возможно, даже Новый год буду в Телеграме там стол сниму, как мы там. Что-то какие-то. Что будет. И 1 числа сниму мукбанг. Уже с теми блюдами, которые я буду есть на Новый год. Все. Много болтаю. Благодарю всех за просмотр. Всем чао-какао.